59 минометных мин разного калибру и 7 выбуховых детонаторов до гранат. Такая незвычайная находка трапилась грибникам у лесном массиве недалеко от вёски Кузькевичи Быховского района. Яны одразу потелефоновали правоохранникам. На место выехали супрацовники 11-го управления по борьбе с организованной злочинностью и саперы войсковой части 6713. Как отзначили специалисты, все знойденная зброя периода Великой Айчинной войны. Саперы вывезли находку у небеспечное место и знищили.